Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни многих россиян. По данным последних лет исследований Российской ассоциации электронных коммуникаций, число жителей страны, пользующихся интернетом, составляет порядка 90 миллионов. И с каждым годом это количество увеличивается. Мы спросили у саровчан, представляют ли они свою жизнь без интернета. Да, я представляю жизнь с книгами. И со справочниками книжными. В наше время все сидят в интернете 24/7. Во-первых, там работа, во-вторых, много полезной информации. Ну и вообще сейчас без интернета, мне кажется, вообще не обойтись. У меня интернета нет. Так что, по идее, с интернетом, конечно, интересен. Там все узнаешь, что есть. А без интернета, конечно, плоховато. 50 миллионов человек во всем мире стали пользоваться интернетом уже через 4 года после его создания. В то время как телевидению понадобилось 13 лет, чтобы стать популярным, а радио целых 38. Зависит полезность интернета от интеллекта конкретного пользователя. То есть, если человек умный и с головой дружит, то ему будет во благо. А если его пороки его развращают, ну, например, там, я трачу много времени, там, в YouTube залипая, да? Ну, это как бы моя вина, это не интернет плохой. Пишу полезную информацию, я занимаюсь репетиторством по русскому языку, и очень многие вопросы можно смотреть в интернете. Тестовые задания можно находить в интернете, многие литературные произведения можно находить в интернете, слушать аудиоверсии. Читать. Вот интернет замечательная штука, и детей всегда учу пользоваться им правильно. Это очень удобно. Но сейчас ритм жизни-то поменялся, то есть билеты, например, на самолет, на поезд, вот, гостиницы, это все через интернет делается, это удобно, просто удобно. Что на работе сидим в компьютерах, и поэтому просто вот сейчас даже вот на работе работаем, что уже как... Ну, без компьютеров уже никуда просто. Вся, как говорится, работа, все в электронном виде идет. Ну и так вот и дома. Ну, и, как говорится, и для интереса, и так. В основном книги, конечно. Ну, любую информацию, которая, вот, в принципе, доступна только с большой советской энциклопедии. Но на 52 тома, а здесь кнопку нажал, пожалуйста. Красота. Красотища. Была бы она, был бы он еще интернет бесплатно, вообще красота. Большинство опрошенных, вне зависимости от возраста, ответили, что не представляют свою жизнь без всемирной паутины и считают, что в интернете много полезной и интересной информации.